Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник этот особенный. В этот день отдают дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по праву носящих звание героя. Мы помним трагические страницы истории, подвиги наших предков, несгибаемую волю и единство народа. Сегодня праздник тех, для кого понятия честь, совесть, доблесть, служение Родине – не простые слова, а смысл жизни. Сегодня День Героев Отечества. А журавли
В этот праздник мы с гордостью и благодарностью славим героев России, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Славы, кавалеров Ордена Святого Георгия, которые награждены за мужество и героизм. Отечество – слава! Страна наша знает героев немало. Они не боялись и жизнь не щадили, для Родины в жертву себя приносили. Чтоб не было горя у нас никогда, давайте же помнить их подвиг всегда. Героев своих будем мы прославлять, цветы возлагать, песни петь, величать. Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет. Погибшие за Родину в полете, мы вечно продолжаем наш полет. Мы вовсе не те, не безмолвные. Согревая птичьи гнезда, баюкаем детей в полночный час. Вам кажется, что с неба смотрят звезды, звезды, а это мы с небес глядим на вас. Мы вовсе не тени безмолвные. Мы верим.
стали небо, стали облаками, облаками. И видя сверху 21 век, к вам тихо прикасаемся руками. И думаете вы, что это снег? Мы дышим, согревая птичьи гнезда, баюкаем детей в полночный час. Вам кажется, что с неба смотрят звезды, звезды, а это мы с небес глядим на вас. Мы вовсе не те, не безмолвные. Погибшие в небе за родину становятся небом на дне. На дне. Героизм рядом. Посмотрите внимательно на тех, кто живет и работает вместе с вами. Среди них наверняка найдутся те, кого можно назвать героями.